Вот шли-шли по тропинке, да, дочь? И раз, провал заросший, да? Вот такой вот мостик получился. Раз, тут другой вот. Мы сейчас на высшую точку. Здесь вот тоже жилище было. Когда-то. Когда-то, да. Я сейчас расскажу. Подожди, пап. Я стою, жду. А, ты хочешь кинуть? Да, я... Камень сзади вон. Да, думаю, да. Дила, и кидаю им цветочек на память. Идем. Ой, он не кинулся. Такие, да, провалы. Ух. Вот сейчас мы поднимемся. Это максимально будет высокая точка. Пап, ну не надо. Нет. Мы же никуда более не полезем. Просто встанем, обнимемся. А так вот слева, если снимать или смотреть только налево, кажется, что ты идешь. Ну, по какому-то заросшему полю, да? По полю, где ничего интересного. А тут вдруг бах, смотри, и не поле. Вот, глядите, да? Ой, это ягодки. Ягодки, да. Папа, не пойди, нет. И вот в таком проеме выросло вот дерево. Да вот же. Зайдем сейчас за этот куст и пойдем в обратный путь. Красота не то слово. Смотри, я под ноги. Ляпота. Вот здесь, видите, был потолок. Да, его просто со временем не стало. И поэтому мы видим, вот образовались вот эти проемы. Ну, это жилище было, да? Вот мы же идем сейчас как бы по крышам домов. По крышам домов идем. Давай. Ух. Идем? По крышам домов идем. А вот это вот то самое окно, Лиза, которое я тебе показывал снизу. Я говорил, посмотри, вот на верхнем ярусе окошко. Помнишь? Вот оно. Да. Это окошко. Только тут уже все обломалось. Ну, конечно, время. Пап, смотри, провал. Провал.